Анапа осталась без военного комиссариата. По крайней мере, на то время, пока вышестоящее руководство федерального ведомства не решит вопрос с выделением нового помещения. Старое, а если быть точными, аварийное здание, которое упорно не хотели освобождать военные, не выдержало и рухнуло. На экстренном заседании КЧС глава Анапы предельно четко высказал свою позицию по этому вопросу. Я уверен, что сегодня это будет и в СМИ, и везде, и будет. И опять, кто виноват? Глава. Да с какого ж перепуга, дорогие друзья? А? Я что еще должен сделать? Это федеральное обязательство. История с переселением анапского военкомата из муниципального здания уже 2 года. Здание является муниципальной собственностью. Данная пристройка по решению должна быть снесена. По решению администрации, так как она признана аварийной. Вот. Но мы не можем провести никакие мероприятия в связи с тем, что по факту занято военкоматом данное помещение. В течение 2013-2014 года неоднократно направлялись письма вышестоящей организации с просьбой освободить данное помещение, учитывая техническое состояние, которое угрожает жизни и здоровью, может, по крайней мере, привести к такой ситуации. Однако решение не принято. Ведь здание не просто непригодно для эксплуатации, оно опасно для жизни и здоровья людей. Повезло, что рухнула пристройка, когда никого ни внутри, ни рядом с ней не было. А если на голову упадет и придавит всех их дружно, кто сидеть будет? Он? Немедленно, Сергей Сергеевич, после завершения нашего мероприятия, провести эвакуацию. С освобождением здания и подготовкой документов на снос глава потребовал не медлить, а военному комиссару Анапы рекомендовал обратиться за помощью к руководству, которое обязано обеспечивать нормальные условия для работы федерального ведомства.